никаким членом КПСС, никогда в жизни, никогда меня не тянул туда. Вот, и поэтому я так вот после окончания института и остался сержантом, как после армии. И как бы и не парюсь. А сейчас уж, наверное, я никто по званию-то. Ну, там в какой... все, я как бы не военно обязанный-то стал. В 50 или сейчас что-то еще раньше. Ну, мне 52-й год, я уж точно не военно обязан. Дислав, вы за белых или за красных? Белые и красные, и это вещь такая, которую надо оставить истории. Нет сейчас ни белых, ни красных. С точки зрения симпатии, я, в общем-то, с идеологической точки зрения, конечно, симпатизирую красным. С точки зрения как-то такой человеческой, что ли, наверное, я все-таки белым симпатизирую, да? Потому что, ну, как-то у нас, у русских людей, всегда мы симпатизируем тем, кто в меньшинстве, очень часто. Поэтому, как бы, симпатии на той, на другой стороне, причем мои родственники были и там, и там. Но с красными моих было больше родственников. И более они, так сказать, значительную там занимали в иерархии в красной ступень. Слав, за что уважаешь Касьянова? Очень просто можно сказать, за харизму. Касьянов очень харизматичный человек. Когда ты с ним общаешься, особенно один на один,